краски осени пленят воображение, и неповторимым кажется каждый миг скользающей натуры. И вполне понятно, что именно осенью так популярны фотосессии на природе. Ведь каждый будет рад украсить свой интерьер фотографией на фоне золотой листвы. Особенно, если эта фотография – дело рук настоящих профессионалов. И я приглашаю вас посмотреть, как создаются такие душевные фотошедевры. Анечка, какая ты красивая. Спасибо большое. Я сегодня решила, что я немножко шапохляк. Ты такая прям... Осень прозрачное утро, небо как будто в тумане, да листанов перламутра, солнце холодное раннее. Где наша первая встреча, яркая, острая, тайная, в тот
летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи. Тебя я умоляю, слова любви сто крат я повторю. Пусть осенью дверей, я это твердо знаю, но все же не уходи, тебе я говорю. Наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Еще не спето столько песен, еще звенит гитары каждая струна. Пожалуй, поеду я в Дубай. Тебя я умоляю, слова любви сто крат я повторю. Пусть осенью дверей, я это твердо знаю, но все же не уходи, тебе я.